Являются организаторами этого всесоюзного фестиваля. Организаторами этого фестиваля является Республиканский центр творческой молодежи при ЦК ЛКСМ Грузии, Союз композиторов Грузинской ССР и Грузинское отделение ВААП. А также, ну, конечно, это все финансировала Грузинская государственная филармония. А как появилась сама идея организовать такой фестиваль? Мы в 1978 году проводили джазовый фестиваль, который прошел с большим успехом. Молодежь очень, значит, хорошо воспринял этот фестиваль. И у нас возникла идея, давайте для молодежи, которая любит именно современные ритмы, современную диско, рок-музыку, провести для них и такого плана фестиваль. И вы знаете, мы этот фестиваль провели, молодежь это, в принципе, вот сейчас проводим мы его, молодежи это понравилось. Буквально участвовало 27 ансамблей из
17 городов Советского Союза. Очень много, значит, было здесь желающих на этом фестивале. Всем это понравилось. У нас все это берет, все расходы берет на себя Грузинская государственная филармония. Но мы оплачиваем, самодеятельным коллективом мы не оплачиваем, значит, выступление. Мы выступление оплачиваем только лишь профессиональным коллективом. А так мы им, значит, оплачиваем дорогу и суточный. Проживание в гостинице за наш счет и отправка. Lady Blues. Haluaisin, että yleisö olisi tyytyväinen ja että me itse olisimme tyytyväiset ja että se olisi semmoinen musiikki, siis vähän erilaista kuin, siis ei semmoinen mitä kaikki ja kaikkialla muualla soittanut, vaan että se olisi omaa, nimenomaan oma musiikki. Onko sinun mielestäsi teidän musiikkinne eestiläistä musiikkia? No, kyllä se niin voi sanoa eestiksikin, koska me olemme itse nämä kappaleet säveltänyt ja laulamme eestiksi. Se voi olla, tietysti. Mites kun sinä olet musiikin asiantuntija, olet soittanut 15 vuotta. Mitä sinusta on neuvostoliittolainen rock, neuvostorock? No, se on niin monenpuolinen, että sitä on niin vaikea sanoa, mikä se oikeastaan on. Koska jokaisessa kaupungissa, jokaisessa neuvosta kaupungissa on niin paljon bändejä, ne kaikki soittavat eri musiikkia. Siis venäläiset soittavat venäläisten musiikkia, latvialaisten musiikkia, liettovalaiset ja eestiläiset siis eestiläisten musiikkia. Mikä sai Magnetic Bandin lähtemään tänne Gruusiaan rockfestivaaleille? Täältä lähetettiin kutsunto meille, meidän filharmoniamme. Ja se oli ihan mielenkiintoista, että on semmoinen festivaali, on rockfestivaali. Se on semmoinen ensimmäinen suur yritys, suur rockfestivaali Neuvostoliitossa. Damn it,
Основа у советского рока, откуда он вытекает? Откуда? Он вытекает оттуда же, откуда вытекает рок во всех остальных странах. У нас же тоже живут нормальные молодые люди, а не зомби. Вот, значит, они тоже хотят танцевать, значит, они тоже хотят веселиться. Вот, и точно так же, как в других странах, у них есть желание что-то сказать, у них есть желание спеть что-то отличное от того, что поют в больших залах, то, что пишут профессиональные поэты и композиторы. Вот. Ну и вдобавок еще у них есть такая энергия, которая ищет выхода. А вот энергия, которая может быть каким-то образом подавлена в таком профессиональном искусстве, в профессиональной музыке. А в роке она находит свой выход. Само понятие формы роковой музыки пришло, конечно, с Запада. Это всем известно и понятно. Однако же лучшие наши коллективы, лучшие наши группы и композиторы молодые работают в этом жанре очень самостоятельно, используя форму, уже существующую, но которую они видят и слышат по-своему. Для нас это определенное постижение мира. Мы ищем при помощи его, в общем-то, пытаемся осознать то, что вокруг нас, действительность. Понимаете, это именно постижение действительности и выражение нашего отношения к этой действительности. Вот это для нас, собственно, рок-музыка. Мы почувствовали это именно в «Машине времени», вот в «Аквариуме», в «Magnetic Band», как раз именно вот и в музыке, и в текстах то, что их окружает, то, что они увидели, в общем-то. Собственно говоря, это голос нашей молодежи, вот эти группы, насколько вот я почувствовал. А рядом со мной сидит красотка красоты буквально неземной. Только она с собой увлечена, не видим всех моих страданий мне без конца. Заслоняют половину ее лица, и жаль, что она всегда пришла не одна. Стойте, любиться, чтоб забыться, очутиться при луне. Чтобы разочароваться и расстаться при луне. О, не простите меня, что в ее искал любви, не дожидаясь дня. Ведь эта луна сегодня будто пьяна. Сегодня будто пьяна, ведь эта луна сегодня будто пьяна.
эта луна сегодня будто пьяна. О чем тут поется в роке? О чем тут поется? О разных вещах. В общем-то, у нас, к сожалению, еще не все группы достаточно поняли то, что надо петь свое. У нас, ну, сначала, скажем, в 60-е годы, когда это все пришло, то все любили только музыку и не видели за ней слов. У нас все пели на английском языке и ловили от этого кайф. Потом уже позже. Они, то есть, ну, наши ребята-музыканты пришли к естественной мысли, что, скажем, Битлз поют о своих делах. Так, какого черта нам петь о делах Битлз? Нужно петь о чем-то своем, и не на английском языке, который знают выпускники институтов, а на родном русском, или грузинском, или эстонском, и так далее языке. Вот. Из этого времени уже началось то, что можно назвать настоящей советской рок-музыкой. Но дело в том, что до сих пор влияние эстрады, в том числе и влияние эстрадных текстов, очень велико. Есть очень немного ансамблей, которые сейчас поют о том, о чем стоило бы петь, которые не поют о том, что птички летят высоко, рыбки плывут глубоко-глубоко, я ставлю под деревом, она сидит на скамейке и так далее. А вот, а поют о проблемах, о том, о тех вопросах, которые никак не находят своего решения в таких эстрадных, популярных песнях. И благодаря этому преодолевается отчуждение. Отчуждение, которое существует у нас между молодежью и между той эстрадной музыкой, которая для нее пишется. Эстрадные песни или абсолютно беспроблемные, или проблемные, но мало кто верит. Наши рок-песни, на мой взгляд, это единственный способ создавать такую музыку, такие песни, которым молодежь могла бы верить. И преодолевать вот это потребительское отношение к музыке, потребительское отношение к искусству вообще. Ирландия, Ольстер. Thank you.
очень своеобразный фестиваль. Потому что даже нельзя сказать, что такое советский рок, потому что приехали из разных республик. Из Ашхабада приехали, из Грузии, из Прибалтики. И можно сказать, что, что это разный рок. Но это тоже можно сказать, что советский рок, это уже какое-то приобретает лицо. И складывается из вот этих вот национальных каких-то вот черт. То есть рок у нас приобретает именно свое лицо, хотя он пришел с Запада. Так мне кажется. А какое это лицо именно? Вот именно лицо, которое складывается из национальных, вот, из национальных каких-то черт, из национального фольклора, который в каждой группе присутствует. И нравится сама обстановка этого фестиваля. Видите, сколько много людей здесь. Грузия — это такая музыкальная республика. Грузия просто танцует вся. Как-то Вилли пиво наварил, нам сон двоих позвал на пир. Таких счастливых молодцов еще не знал крещеный мир. Никто не пьян, никто не пьян, а быть чуть-чуть под мухой не изъян. Пусть день встает, петух поет, эй, Вилли, наливай-ка нам. Три молодца мы дружно пьем, и пусть один бочонок трое нас. Не раз встречались мы втроем, опять мы встретимся не раз. Не раз встречались мы втроем, опять мы встретимся не раз. Берегись своих верных друзей, ничего нет на свете нужней. Берегись своих верных друзей, ничего нет на свете нужней. Последний ход из нас, друзья, кто первым выйдет за порог, а первый тот, кого струя из нас последним свалит с ног. Друзья, кто первым выйдет за порог, а первый тот, кого струя из нас последним свалит с ног, из нас последним свалит с ног. Появилась первая группа, которая играет что-то похожее на панк-рок. Это ансамбль «Аквариум». Я очень рад этому событию, поскольку наконец-то появилось такое последнее звено в этой цепи. Я думаю, что если бы не «Аквариум», то можно было бы вполне предположить, что этот фестиваль происходит не в 80-м году, а, скажем, в 75-м. Потому что, к сожалению, большинство групп у нас еще звучит очень архаично по сравнению с тем, что сейчас происходит в мире. У «Аквариума» все откровенно и все честно. Я как раз думаю, что это, пожалуй, самое большое достоинство панк-рока вообще, и «Аквариума» в частности. Ну и потом мне нравится, что они очень непосредственно раскрепощены на сцене. А вот это всегда очень весело. Это тоже, к сожалению, никогда не было свойственно нашим группам.
На самом деле, появился аквариум. Аквариум появился как общность людей, связанных хорошим отношением друг к другу и желанием создать какую-то такую, ну, группу людей, которая, ну, жила бы вместе практически. То есть проводили бы все время друг с другом, делились бы всеми мыслями друг с другом. То есть такая комьюнити, как Grateful Dead, пожалуй. Я только недавно обнаружил это. Поскольку я понимаю, вы не профессиональные. Кто вы по профессии? Я сам социолог с математическим образованием. А другие ребята? Есть еще басист наш, он инженер-вычислитель тоже. Виолончелист, музыкальный редактор фирмы «Мелодия» ленинградского отделения. Флейтист и фаготист, они профессионалы. Ударник тоже. А кто вам пишет музыку и слова? Всю музыку пишу я, слова тоже, но потом вся группа вместе решает, подходит это или нет, и вносит исправления. В чем ты видишь ценность вашей музыки? В том, что она не подчиняется условленным стандартам, она вылезает из всех шаблонов. А это что значит? То есть мы играем то, что мы хотим, поэтому мы не профессионалы-любители. А что на самом деле вы хотите играть? Музыку, как можно больше разной музыки. А ты не считаешь, что вы какого-то течения рока или... Нас называют там панк-роком, нью-вейв, но мы просто возвращаемся к началу рока, как правильно сказал Мартин. Мы возвращаем року его смысл первоначальный. А это какой? То есть это музыка для молодых и свободная музыка. То есть это не эстрада, не подчиняющаяся данным условностям каким-то. А как вас принимает публика? Ну, мы редко играем, но когда играем, принимает, ну, хорошо, обычно.
Я, как композитор, конечно, жду от этого фестиваля самых высоких профессиональных критерий. Мне очень важно, чтобы я услышал в коллективах поиски нового языка, то, о чем я говорил на дискуссии. И кроме поисков, обязательно, чтобы это все было одето в высокую профессиональную рамку. Нужно сказать, что вот фестиваль уже подходит к концу. Много есть интересного. И много есть, так сказать, высокопрофессионального. Но и могу констатировать то, что и что-то есть не очень интересное. Но, безусловно, без этого не создается хорошая музыка, когда ей не контрастирует рядом плохая музыка. Так что, мне кажется, пути развития советской легкой музыки или как советского рока, я не знаю, называют сейчас, безусловно, все существуют, и они впереди. Но самое главное, чтобы этот язык музыкальный был самостоятельный, был свой, свой композиторский и основан на хороших своих национальных традициях. Концерт, и вы уже много концертов слушали. Очень много. Ну, как вам нравится эта музыка, эта рок? Мне очень нравится, за то, что я очень любитель музыки. Очень, я всегда внимательно, очень хорошо слушаю. И приятно мне, когда хороший коллектив приезжает здесь. Публика очень принимает их хорошо.
очень хороший. Вот особенно сегодняшняя тоже публика очень хорошо приняла этот коллектив. За то, что когда плохой коллектив приезжает, сам публика лучше, это сам жюри, который сам рассуждает, хороший или нет. А какой тут порядок вот в публике? Знаете что, это зависит от этого. Сами люди публика, которые здесь заходят, сами наблюдают, сами очень культурно, вежливо обращаются все вместе. Это любви. Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с собой в разлуке, и никого помочь мне не просил. И я хотел идти, куда попало, закрыть свой дом и не найти ключа. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Но верил я, не все еще пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Заставь молчание, начало всех начал. Но если плечи песни мне расправить, как трудно будет сделать так, чтоб я молчал. И пусть сегодня дней осталось мало, я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча.